Всем огромный-огромный привет! Сегодня готовлю очень вкусное блюдо из мяса. Иногда не хочется возиться с котлетами, поэтому предлагаю сделать эту вкуснятину. Мне понадобится мясо, для начинки понадобятся ананасы и сыр. Мясо выкладываю на дощечку, закрываю пищевой пленкой и хорошенько-хорошенько отбиваем его молоточком. По вкусу мясо солю. Солю только с одной стороны, с внутренней, где у нас будет начинка. И добавляю черный молотый перец. Можно добавить, в принципе, любые приправы, специи по вашему вкусу. В начинку выкладываю ананас. И немного сыра в серединку. Заворачиваю рулетиком. И вот эти готовые рулетики выкладываю сразу в сковородку. Немного масла. Сверху еще чуть-чуть можно присыпать черным молотым перцем. Выкладываю в сковородку и вот так немножко начинаем обжаривать. Рулетики перевернула, на сковородку вот сюда налила сладкий ананасный вот этот сироп, соус, который остался, и 50 мл соевого соуса добавляем. Вот так можно на сами рулетики. Пару зубчиков чеснока. Вот так. Закрываю крышкой и тушу примерно где-то минут 30-35. Мясо готово, получается очень вкусное внутри с начинкой. Пробуйте, готовьте. Надеюсь, вам понравится. Ну и вот такое мясо получается в разрезе. Иногда такое делаю, готовлю именно с начинкой. Быстро, вкусно. Кому понравится рецепт, подписывайтесь, пишите комментарии. Буду всем благодарна. Кто не хочет меня потерять, переходите на Дзен. Смотрите меня там. Ставьте лайки, тоже подписывайтесь. Пока-пока, кому понравится.